Официальные поставки люксовых машин в Россию запретили, так что все S-классы, семерки BMW и прочие Bentley сейчас едут в страну по параллельному импорту. На этом фоне логичный шаг решили сделать китайцы из компании FAW, а точнее из их премиального суббренда Hunzi, который выпускает машины в том числе для первых лиц страны. С китайского название бренда переводится как «красное знамя». Вообще автомобили Hunzi в России тоже есть, например, электрический кроссовер EHS9, но это тоже параллельный импорт. А вот седан H9 к нам приедет официально. Его сертифицировали на прошлой неделе. Это флагманский автомобиль бренда. Он построен на собственной платформе с задним приводом и продольным мотором. Размеры намекают на статус. Седан имеет больше 5 метров в длину, а точнее 5137 мм. В Китае топовый мотор для этой модели 3-литровый V6, но в России ее сертифицировали только с базовым 2-литровым турбомотором на 4 цилиндра. Двигатель выдает 245 лошадиных сил и работает в паре с 7-ступенчатым роботом. А еще у нас не будет версии с раздельными задними креслами. В России седан предложат только в 5-местной версии с обычным задним диваном. Про список опций говорить излишне. Понятно, что он будет гигантским. А вот насколько гигантской будет цена, пока не ясно.